Привет, я Макс. Сегодня посмотрим свежие новинки смартфонов. Leago M5. Бюджетный смартфон с хорошей начинкой за эти деньги. И работающий на последнем Android 6.0. Каркас корпуса выполнен из металла. А также есть три цвета на выбор. Черный, золотой и белый. По начинке процессор 6580A. 2 гига оперативки и 16 встроенный. Плюс поддержка карт памяти. Экран здесь на удивление очень неплох. 5 дюймов HD разрешения и 2.5D противоударное стекло Gorilla Glass 4. Ну а камеры на 5 мегапикселей и на 3 спереди. Аккумулятор на 2300 мА. А также 3G, GPS, Bluetooth 4 LE и сканер отпечатков пальцев. В итоге получаем менее чем за 70 долларов отличный смартфон. Может быть и с лучшим внешним видом, но оборудован он под завязку всем. Cobut X16S, новенький смартфон от данной фирмы. Смартфон смотрится хорошо, а компактный корпус удобно лежит в руке. А также каркас смартфона выполнен из металла. По начинке процессор 6735A, 3 гига оперативки и 16 встроенный. А также слот для карт-памяти. Экран можно сказать компактный в наше время 5 дюймов с большим разрешением Full HD. А также гнутое стекло 2.5D, камера на 13 мегапикселей и спереди на 8, аккумулятор на 2700 мА, а также поддерживает 4G GPS Glonass, работает на последнем Android 6.0. Стоимость данного смартфона в данный момент 140 долларов. Ну а на этом все, спасибо за просмотр, подписывайтесь, делитесь видео, жмите лайк и будьте в курсе свежих новостей о мобильных технологиях. Удачи и пока!